Так что не так было с елями у ЦУМа? Специалисты Общероссийского народного фронта получили ответ от администрации города на свой запрос. В середине января у памятника Кирову на пересечении Октябрьского и Воровского спилили высокие ели. Кировчане сразу заметили опустевшую зону посреди проспекта, были возмущены неожиданным отсутствием красивых деревьев. Оказалось, что это не вандализм, не хулиганство, а результат распоряжения городской администрации. Кировчане обратились за помощью к активистам Общероссийского народного фронта. Те направили запрос в администрацию, попросили предоставить копию порубочного билета, чтобы проверить, оправдана ли была вырубка. Визуально по оставленным пням кировчане не могли увидеть признаки болезней у убранных деревьев. Что нас смущает в этом ответе, это то, что администрация города как будто бы не определилась, что же было не так с этими деревьями. То есть там везде содержится формулировка «или». Или это было повреждение грибковыми заболеваниями, или это вредители, или крона пострадала, или стволы деревьев. Кроме того, не прикладываются никакие подтверждающие документы. Вырубка была проведена по решению комиссии с непонятным составом участников.